Ребят, всем привет, с вами Клан Тайка, и мы с вами сегодня будем играть в Roblox игрушку под названием Bees Farm Simulator или Симулятор Пчеловода, как вы любите называть. Так, смотрите, смотрите, медведь завис. Ха-ха-ха, так круто смотрится, кстати. Смотрите, он залип. Эй, медведь, иди давай отсюда. Иди давай. А это ди... Ой, улетел, реально. А, я его прогнал, а он улетел. Это Хомоса. Хомоса 14. В общем, у нас на сервере находится сам Хомос 14. Босс. Или бот. Ботс. Не знаю, он, наверное, хотел сказать босс. 1-1-2-2-3-3-3. Сам Клан Тайка. Сентокс. 89-495. Квелли 2. И Саша 2-2-6. Кстати, интересная очень такое прям вот, ну, сборка. Уже такой прям, уже не нубик Саша, а вот уже идет такой прям вот потихонечку. А все круче и круче становится. А где Вициус? Вициус, не, а, есть 12-й. Все, ну все вообще замечательно у него. Там сейчас быстренько так разовется. Даже, возможно, очень-очень быстренько там меня догонит. Скорее всего. Ну, в общем, как-то так. Ладно, ребят, сегодняшний ролик будет посвящен, как обычно, донатику. Донатику, как всегда, не простому, а золотому. А еще, ребят, очень много всего произошло в Роблоксе. Давайте сначала об этом поговорим. То, что произошло очень много не в самом пчеловоде, а в самом Роблоксе. Это первое, это выпустили офигительный ивент, где можно на халяву получить шмотки. Ну, вы об этом, наверное, уже, скорее всего, знали. Плюс еще я делал несколько дней назад пост, поэтому кто успел, тот получил. Ну, и плюс еще вы же не только меня смотрите, и поэтому на халяву-то все слетаются. Причем очень быстро, причем она такая изишная халява, и хорошие предметы вроде бы дают. Поэтому... Обязательно посетите, сходите. Я скину ссылочку на игру, в которой можно эту халяву получить. Там нужно 3 опросника пройти, да и все. В принципе, все просто. Там еще будет 3 предмета в этой же игре, 3 предмета, но еще и пока не добавили, пока не обновили. Вот. И второе, это, наверное, не менее такое прям вот офигительное событие. Это обновили картинку самих робоксов. Название не поменяли, но, в принципе, глупо менять название, потому что это, блин, очень крутое название. До этого были как-то антикеты, да, назывались. Потом вот стали сейчас робоксами. Это очень крутое название, поэтому название не поменяли, но иконку поменяли. Я как-то... В принципе, я знал, что ее будут менять, но я просто не понимал, зачем. Ну, какой-то ребрендинг сделали, что-то поменяли, не знаю. Не знаю, зачем, не знаю для кого. Какой-то они стиль, может, вырабатывают для себя. Может быть, кто-то им по авторским правам бьет вот это вот РЗ. Вот, очень сложный такой, очень сложный рисунок. Может быть, из-за этого... То есть, никто вот резко вот этот значок робоксов не нарисует. Я вот даже на скидку сейчас даже не смогу, мне кажется, нарисовать. Да, скорее всего, не смогу. А вот такой вот этот ромбик, да, блин, как изи, просто толстые грани. Ромбик с толстыми гранями. Ну, там, шестиугольник получается, да? Я уже забыл, кстати, надо сейчас посмотреть. Не, он еще даже проще. Там шестиугольник, а внутри квадратик. Это еще мега просто и офигительно. И, так, да, ну и вот... Какие-то такие вот новости. Плюс еще новость. Мне дали спонсорку. То есть мне добавили на мой канал спонсорство. Возможность меня спонсировать. Это офигительно. То есть вы можете стать моим личным спонсором. Честно могу вам сразу сказать. То, что спонсорство это тот же самый, в принципе, донат, только в Ютубе. Ну и, в принципе, меньше прилетает. Так что, ребят, если вы решили стать спонсором, ну, то есть задонатить мне на спонсорку, я по-любому, ребят, вам дам тоже робоксов. Конечно, не в 2 раза. Чуть-чуть поменьше, там, робоксов, наверное, 15, вот так вот дам. То есть, если вы за 50 рублей купите спонсорку, то робоксов 15, ребят, получите, это по-любому. Только единственное, мне как бы об этом узнать бы надо. Я, правда, еще не знаю, как это вообще спонсоры, как это все выглядит, как это узнается. На предыдущем канале у меня спонсорка была, но не было спонсоров физически. Вот, поэтому... Не знаю, как тут будет выглядеть. Ну и отдельно, конечно же, каждому спонсору отдельный этот ранг. Или не ранг, или как. Роль в Дискорде. Это по-любому. Это 100% спонсоры как-то надо выделять. Вот, ребят. Ну а давайте уже перейдем непосредственно к первому нашему донату. Это очень-очень интересные будут донаты. Я решил донаты прям вот четкие цифры выбирать. И самая первая четкая цифра у меня просто в голове 3 семерочки. 3 топорика. 3 топорика я решил сделать именно в печеньках. Не знаю почему. Давайте задонатим 3 топорика в печеньках. Посмотрим, что дадут. Может быть, она
интернет тоже что-то такое заложил. Не знаю, не знаю. Ну, давайте попробуем сделать три топорика. Вот. Ой, да, следующие, а еще интереснее будут донаты, поэтому, ребят, смотрим, что дадут за три топора. Так. Это только соточка, да? Надо зажать кнопку, а то что там кликать это очень долго. Оп, сейчас что-нибудь выпадет такое интересное. Я вам, если интересно будет, я расскажу планы на симулятор пчеловода. Многие уже реально устали от этой обновы. Мне, в принципе, пока еще есть что делать, поэтому я не заморачиваюсь, я играю, развиваюсь, качаюсь, как есть возможность. Поэтому у меня-то свое. А вот уже кто вот немножко послабже, кто немножко вот там что-то не получается, уже немножко устают от этой обновы. Ну, то есть уже устали. Уже не хотят. Уже апатия. Так, что-то я не понял, что мне дадут. Стоп. Что? Что? Ай, бустики! Ой, бустики, ой, неплохие бустики, но... Я, конечно, я покачаюсь за кадром, но не буду особо так сильно акцентировать. Коплю, ребят, сейчас на ботинке. На ботинке вот такие, не вот такие, а ногами ботинки. Это полюбасик. И коплю еще параллельно, выполняю 30-й квест вот этой вот спирита медведя. Ой, на фоне ребенок. Так, спирита медведя, вот это вот, выполняю вот этот вот квестик. Очень простой, в отличие от 29-го, я 29-го проклинал пипец, я его выполнял 3 дня. Это вот, ребят, честно, полдня, с учетом того, что это я был на работе. Особо я не заморачивался. Ой, что там такое, окнуло. Особо такое я прям сильно не заморачивался, ребят. Ну и там в ночью я стоял, по-моему, на Дандалопе, где у меня Дандалоп, вот, Дандалоп. 1,5 миллиона за ночь, поэтому нормально. Вот. А, что тут надо? Ой, тут... Ой, он заберет мое. Я же не хотел глу тратить. Ну ладно, глу заберет, так заберет. 25 глиттер... Ой, 25 старджелик надо. Вот это вот сложнее мне. У меня их только 10. Ладно, ну старджелики это ладно. Это еще пускай. Это можно скрафтить всегда, не проблема. В принципе, все замечательно. А там сколько этих, как вот там, глиттеров я не посмотрел. А, 50 глиттеров, а у меня... 67. Ну да, ладно, можно скрафтить, покрафтить. Обязательно, это все, да. Ладно, ребят, я за кадром качаться. Встретимся возле следующего доната. Не менее интересного, очень-очень прикольного и классного. Тоже с какой-то офигительной ровной цифрой. Посмотрим, что будет. Попробуй, кстати, угадать, что будет у себя в голове. Правда, не пиши сразу в комментарии, а то ты так случайно не угадаешь. И потом все тебя, такого не было, такого не было. Ладно, напиши обязательно, ой, загадай его, точнее, попытайся угадать, что будет следующее в своей голове, или напиши в чат на премьере, если ты сейчас смотришь именно премьеру, потому что мы каждый день эти ролики запускаем в виде премьеры, ребят. Поэтому не переживаем, это не стрим, это просто ролик с чатом. Мне так удобнее общаться лично с вами. Ну, или отвечать на какие-то интересные вопросы. Все, ребят, теперь точно встретимся через секундочку. Надеюсь, ты успел угадать, что же будет. Ну что, ребят, догадались, какой у нас будет следующий донат? А следующий донат у нас будет очень замечательный. Я обязательно его сообщу после того, как представлю всех. Ребят, давайте, кто это? Квелли? Квелли, ну, чтобы не смотреть на его вещи. Ну, не знаю, он, правда, может быть, сейчас добежит. Давайте с самого начала вот это отсюда пройдемся. Сам Калантайка у нас тут. Вот он, вот тут вот. Застрял в сне. Сентокс 89495. Я просто сервер скипал, чтобы залезть сюда. Стас Геймер, второй Саша, 226-226, МДМД2 и Квелли, Квелли2. В общем, вот такой вот замечательный, замечательные ребята у нас с вами на сервере. Смотрите, какие ступни такие прикольные. Как это, как у медведя какого-то, да, наверное, или как у лапки у кошки. Фиг поймешь, короче, ладно, кокосовые ботинки реально прикольные. Так, бежим мы с вами донатить, как я и обещал, очень прикольный будет донат, называется он... Мы с вами задонатим, ребят, очень четкую циферку, семечных, очень четкую циферку, и он будет у нас 1-1-1-1. Я думаю, это просто все поддержат сейчас. Конечно, можно было и 2-2-2, и 3-3, ой, да, тут даже и 8-8-8 можно было, ну, 4 восьмерки, я имею в виду. Но в этот раз мы задонатим 4 единички. Кстати, третий донат тоже будет офигительный. Очень классный и офигительный. Надеюсь, тут ты уже угадаешь. Хотя бы у себя в голове. Хотя бы что будем донатить. Тут что, именно семечки? Блин, я 2000 перегалял. Надо вот так, в самом начале. С самого начала вот так вот вам пролистать.
показать, сколько у меня всего, чтобы, чтобы хотя бы в голове такой, блин, он это не сдонатит, он это не сдонатит. Потому что все, что-то мне тоже нужно, ребят. Так. Так, потихонечку пролистнул. Ладно, все, закрываем. Посмотрим, что нам дадут за 1-1-1-1 семечек. 1111. Дали нам бустики. Бустики неплохие. Фигня полная, но назову их неплохими. X3 цветочек, X3 данлоп и X5 семечки. Семечки неплохие. Неплохие. Я сейчас походила. Да, точно, я пошел, короче, играться в автоматы. Не хочу я ничего фармить. Хотя мне вроде бы на Дандалопе нужно, но там и так легко фармить. Смысл? Зачем? Так, давайте в первый автоматик сыграем. Опа, клубничка. Это плюсики. Что тут у нас еще-то выпадет? О-о-о. Где-то вот тут был, да? Да! А что такое? Я не знаю, где это. А, вот он рядом был. Ну ладно. Неплохо, неплохо мы выиграли в игре в этой. В памяти. Так, ты чё он тут? А, он еще живой. Я думал, он уже мертвый. Ожидал его мертвым. Ждал его, точнее. Так, еще тут еще у нас вурдалак, да, по-любому есть. Вурдалак я люблю убивать, вервольфа. У него. С него падают часто яйца. Вот, как, например, вот сейчас, ребят. Вот оно. Вот он, замечательный момент, когда нам упало яйцо. Очень прикольный момент. Вот видите? А вы все говорили, где брать даймонд яйца? Вот где брать. Вот тут вот. Именно вот тут. Так, сбегаем сюда. Сейчас поиграемся, наверное, вот тут вот в игре. Нет, не поиграемся, я уже игрался. Люблю играть, на самом деле. Вот в этой, по крайней мере. Я сюда часто бегаю. Что-нибудь делать. А вот в это я редко играю, вот только вот на записях походил. Ну, получается, каждый день, но только на запись. Так, 7 штучек, 7 шансов, это очень круто. Так, плохенько пока, плохенько. Вот, уже что-то угадали. Так, по-моему, вот так вот, уже две вещи угадали. Старджелька, шипики. Я угадал старджельку еще. И... вот так. Это первый раз такое количество я отгадал вещей. Просто первый раз. Это 4 вещи. И из них одну старджельку. О, это круто. Это, ребят, это обязательно заслуживает лайка. Обязательно. Просто как... не оговаривается, так сказать. Что по-любому нужно лайк ставить. Хотя бы за то, что я не то что вытащил старджельку, сколько всего. Давайте погробанем. Ребят, соряноч, соряноч. Это просто алчность. Клантайка самый алчный человек. Я вам кину один сам, этот. Ой, я не то кинул. Вот. Соряноч, я все равно подниму, конечно, с него. А то что, зря кидал, что ли? Окупиться-то надо. Ладно, ладно, убегаю, убегаю, ребят. Это... я даже не знаю, что на меня не зашло. Наверное, какие-то демоны. Или что-то такое. Очень-очень-очень опасно было. Я думал, меня сейчас кикнут прямо отсюда, с этого сервака. Правда, он мой. Но все равно. Ожидал нечто другое. Мату в чат. Сейчас все матерятся пойдут. Так, я отправил какие-то облачка куда-то. Ну ладно, в принципе, все замечательно, приофигительно. Ребят, встретимся обязательно на следующем донатике. Следующий донат просто тоже будет супер-мега-топовая цифра. Очень ровная и очень офигительная. Тоже такая связанная, наверное, как и предыдущие два доната. То есть, первый донатик, помним, было 3 топорика. А второй донатик у нас был в виде 4 единичек. Поэтому третья цифра тоже будет не менее запоминающей. Главное, чтобы вы угадали, что именно мы будем донатить. Ребят, ну а с вами встречусь буквально через секундочку. Ну что, ребят, гоу, задонатим еще один, еще одну замечательную вещь. Я просто боюсь как-то проляпнуть ее, сказать. Я думаю, еще кто-нибудь догадается. Может быть, время есть еще подумать. А пока представлю, кто у нас на сервере находится. Итак, у нас первый это Квелли 2, Сенни 12354, сам Клантайка, Уникорн Тян 65, Сентокс 89495 и Макс Драгон Фокс. В общем, вот эти вот замечательные ребята находятся на нашем сервере. А мы бежим с вами донатить. Я не знаю, догадался ты, не догадался. Кстати,
Во, я что вспомнил, мне уже, кстати, посоветовал, кстати, подписчик этот сказать уже на ролике каком-то, правда, он посоветовал в начале, а я что-то прозабыл. В общем, мы такую проблему тут решили в Дискорде. Дело в том, что у некоторых ребят не работает вот такая вот, не работает вообще храм. То есть, ну, приходишь, а тут время показывает. Ребят, решение есть, а вообще легкое-легкое. У вас что-то с временем самим у компьютера. Вам нужно сделать так, чтобы синхронизировались часы с интернетом. Как-то так, короче. Ну, короче, чтобы убедиться, с телефона у вас точно будет работать. Потому что если вы через себя зайдете с телефона, у вас 100% будет работать. У вас что-то с временем, либо с датой, либо еще, или с годом. В общем, какая-то такая вот штуковина. Вот, ну, ребят, ну а мы переступим к донату. Не знаю, догадались вы, не догадались, а мы сейчас будем донатить. Tropical Drink, целых 33 штуки. Я не знаю, почему 33, но я почему-то захотел именно 33 штуки сдонатить. Tropical Drink, они особо мне не нужны, я их использую потоку поскольку, но, блин, как-то все равно жалко больше отдавать. Но вот решил какую-то такую четкую сумму потратить. Наверное, надеюсь, что ты лично угадал, что мы будем донатить именно сегодня, именно Tropical Drink. А вот количество, я сомневаюсь, что угадал. Ну, если ты прям такой прям гуру, офигительный человек, то, конечно же. Так, мы Винди Би вызвали. Винди вызвали, и кучу меда, наверное, должны получить. Наверное. Ну, мы получили 173 миллиона, почти 200 миллионов. Ну, почти 175 миллионов. Это, на самом деле, очень и очень много. Поэтому бежим мы бить Винди. Винди уже вызвали. А это мой, да? Где мой? А где мой? Дайте-ка моего. Вот он мой. Все. Куда он там? Наверх полетел, да? Ну ладно, погнали наверх. А, она не наверх. Вот она. Господи. Ничего не даст? Ой, мне что-то дала даже. Винди сейчас мне как-никак надо убивать, потому что у меня есть один квест. Там надо как раз эти баночки донатить. И плюс еще есть квест. Сейчас покажу. Надо 1000 токенов собрать с Винди. Ну, я уже 500 собрал. Я говорю, мне на самом деле этот квест очень и очень легкий, 30-й. Кроме одного, это топ вот с этого вот поля. Кстати, извините за ошибку. У топа нету значка, если что. Бейджика. Я просто что-то сказал, что у топа есть бейдж. По ходу дела, я уже даже не слежу с собой, что говорю. Язык враг мой, как обычно, как говорят люди. Вот. У топа нет бейджа. Это что? Извините, я поправляю сам себя. Вот. И, короче, еще на топе мне вот как раз надо 10 миллиардов собрать. Господи, это настолько много, что пипец. Это реально. Это для меня это почти нереально. У меня нету ничего на топ, чтобы вот на топе фармить прям вот как боженька. Да, блин, еще там ничего не упадает. Придется, наверное, с кубиками, конечно. Либо ночами оставлять компьютер и пускай там фармиться. Все остальное, в принципе, легко. Вот только топ. По времени. И после этого у меня уже реально будет пояс. Это просто офигеть. Ну, скорее всего, уже к выходным. Сегодня у нас уже пятница, да? Наверное, да. Уже, наверное, за выходные, за эти должен быть у меня уже пояс. Должен, я его обязан получить. Я надеюсь на это. Вот, и еще, кстати, хотелось бы спросить. Получится, не получится, кстати, у меня на выходные. Может быть, сделаем такой прям вот долгий-долгий стримчик по поводу того, то, что я буду включусь. У меня на заднем фоне там, блин, будет семья, скорее всего. Не как обычно в 7 часов вечера, например, не завтра, я имею в виду в субботу, да, в субботу у нас, как обычно, в 7 часов вечера будет стрим. Но будет стрим такой еще промежуточный, типа фарма именно без фарма. То есть у меня чисто будет стрим по пчеловоду. То есть будем на что-нибудь копить или что-нибудь такое. Какую-нибудь цель за стрим что-нибудь сделаем и не закончим, пока это не сделаем. Например, вот мне добить этот себе пояс, например. Я, правда, не уверен, что я доделаю. Ну, то есть я, точнее, не доделаю. Мне кажется, я и так его доделаю. Но вдруг, если не доделаю, то можно и стримчик замутить. Почему бы и нет? Причем такое какое-нибудь там можно там с интерактивом, там подключаться к Дискорду, пообщаться. Как вы на это смотрите? Если идейка зашла, обязательно напишите об этом в комментарии. Я прочитаю, хотя бы буду понимать,
А нужно ли это или нет? А где она? А, вон она. Какого он там левел-то? 13-го, да? Ну хорошо, хорошо. 13-го это нормальная пчелочка. Так, всякие приколюшки собрали. 13-го сейчас добьем и все, и закончим. Я просто что-то не хочу 14-й даже бить. Одни промахи там будет, ничего толком и не собью. Так, ну ладно. Сейчас посмотрим, что-то там попадало такое? Не, ничего такого не попадало. О-о-о. Ну ладно, ничего не выпало, да и фиг с ней, грубо говоря. Зато мы набили 8 Cloud V. Да, облачков в банке 8 штучек. Это очень много. То есть я следующий донат, у меня он будет по-любому вот эти вот баночки, но это будет, ребят, за кадром. Дело в том, то, что я уже объяснил, потому что это нужно мне, ребят, по квесту. Вот, я уже за день, сегодня только за день я накидал 39 вот этих вот Cloud V. 39 плюс еще вот 8. Это получается 40, сколько там? 47 штучек. И то есть я за день не... То, что я... То есть у меня уже винди выбито, а они просто так попадаются, 47 штучек накидал. Поэтому, ребят, если вы так начинаете плакаться, то, что вот у вас винди не выпадает, может быть, вы просто мало донатите именно вот этих вот баночек. Потому что это, на самом деле, это хороший донат, и повнимательнее смотрите на храм. Когда он трясется, значит, где-то есть винди. То есть почаще обращайте на это дело. А когда я, кстати, выбивал винди, я бегал по сервакам и за день где-то штук по 60, ну, донатил. Почему по 60? Потому что я очень... Ну, это все на работе, все в рабочее время, и очень было у меня мало, ограниченное время, чтобы бегать по сервакам. И вообще почти не фармился. Это, ребята, это с фармом было очень плохо. Так, кстати, сколько сегодня? Ой, сегодня очень-очень-очень мало. Тоже особо не фармился. Очень много стоял АФК. Делал вот эти всякие бейджики. О, не бейджики, вот этот квест пытался выполнить. Потому что, ну, вот этот топ, это пипец. Это, наверное, вот сейчас у меня там где-то один, наверное, миллиард, да, наверное? Один, может, полтора миллиарда. Это пипец, а надо 10. Господи, это так много. Наверное, мы топ будем добивать, ребят, точно как каким-нибудь стримом или что-нибудь такое. Ну и что-нибудь такое придумать, там, обновлять сервак каждые, там, 15 минут или менять сервак каждые 15 минут. Ну, как-то так, придумаем, ладно. Вот. Ребят, ну а с вами был Клантайка. Не забываем оставлять свои комментарии, не забываем ставить лайки. И, ребят, всем пока-пока.